положи. Да она неспроста вздулась-то, вообще говоря. Вот, друзья мне, видишь, подарили. Она как ты, символизирует тебя, Марат. Да, такой толстый, как толстый я. Толстый и... А внутри самый сок. Стриминг. Вкусная вкусняшка. Давай, снимай. Снимай, снимай. Да запарил ты. Давай. Ну пока не пахнет вроде. Вкусняшка. Ты дышишь хоть? Запаха нет, кстати, вообще. Я не чувствую запах. Давай, сейчас открывай. Ой, там пенка даже какая. Да-да-да, с пенкой. Господи боже. Давай. Какой пипец. Давай, давай этот. Одна жижа что-то. Здесь что-то не то. Блин. Давай. Да-да-да. Доставай. Вот смотри, а что там есть? Я не снял, как ты ешь. Давай еще раз. Слышь? Квашеная селедка, короче говоря. Большая рыба. Такой... Фу! Мне уже нормально. Да, рыба. Ну как? Фу! Я знаю, как это есть. Закрываться так кушать. Не-не-не. Чё так? Надо нос закрывать, чтобы кушать. С днем рождения тебя! Ты будешь это кушать или как? Или я доедаю? Ты будешь? Нет. А кто будет? Ну слышь, нет, ты будешь? Отличный подарок. Спасибо. 33 года. Что можно? Попробуй это говнище. Будешь? Не, я съел уже два кусочка, спасибо. Она как будто перебродила, знаешь? Соленая просто. Как будто бы. Хотя должна быть не соленая. Она как будто перебродила. Знаешь? Марат, у меня еще есть баночка. Вот, тут еще есть, смотри. Кушайте, дорогие гости. Юрец, попробуй. Юр, ты что, попробовал? Да, я два куска съел. Такая, знаешь, квашеная селедка. Да вкусная, вы что? Даже вот не представляешь, что это такое. Танцуем? Кушать нечего, да, особо. Танцуем, а корбилки не так не машина. Блин, странный рецепт, как это звать-то? Как будто бы она перебродила, знаешь, вот, больше, чем надо. Может быть. Марат... Все? Да. На этом можно трансляцию заканчивать? Майка тебя обновила.